Данил Лучина навсегда останется на фотографиях и в памяти родных и друзей таким молодым и жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь не только близким, но и незнакомым людям. Мне жаль. Светлая ему память. Данил был очень светлым, хорошим и добрым человеком. До сих пор не верю. Спасибо тебе за все, мой любимый братишка. Я тебя люблю. Ты всегда останешься для меня первым. Данил – пилот спортивно-технического клуба «Факел» из Нового Уренгоя. В Альметьевск он вместе с братом-близнецом Максимом приехал для участия в чемпионате и первенстве России 2015 года по кроссу на снегоходах. На тренировочном заезде на первом круге спортсмен неожиданно потерял управление. Вот, на приземлении он получил подгусеницу, снегоход, удар сильный. Его выбросил со снегоходом, и снегоходом сверху накрыло. Он получил удар снегоходом. У него от удара голову раздавило. Сердце еще билось. Он еще в конвульсиях долго бился. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему пилоту. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Данил скончался на руках у брата Максима. Ему было 17 лет. Он всего полтора месяца не дожил до своего совершеннолетия. Ему, как пилоту, пророчили большое будущее. Трудно найти слова. Во-первых, и когда мы теряем таких талантливых парней, 7 лет занимался человек этим видом спорта и показывал превосходные результаты, был всегда в лидерах. Сейчас расследованием обстоятельств гибели участника соревнований занимается следственный отдел по городу Альметьевску. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Мы отменили гонку в Альметьевске и сейчас приняли решение все стартовые взносы, которые были собраны спортсменов, все средства, которые собрали спортсмены, и спонсорские все деньги, мы это все передадим семье погибшего парня. Сегодня в 7 утра в Нефтеграде состоялось прощание с Данилой Лучиной. Талантливого пилота в последний путь провожали молча. На глазах у его одноклубников и тренеров слезы. До сих пор никто не может поверить, что его нет среди живых. Ольга Степанова, Елена Марданшина, Николай Быков, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ.